Доброго миллионерского времени суток, друзья! Здравствуйте! Так вот, хотите денег, идите в бизнес, как нам посоветовали. И, в общем-то, на эту тему мы и будем сегодня разговаривать. Давайте проверим связь. Вижу ваши десяточки по 10-бальной шкале. Всем ли хорошо меня слышно? Угу. Десяточки вижу. Отлично, со связью у нас все в порядке. Замечательно. Давайте с вами знакомиться. Меня зовут Наталья Жукова. У нас каждый день в 19 часов по Москве проходят вот такие вот встречи, вебинарные встречи, на которых мы, в общем-то, разговариваем о нас, о том, как нам быть в данное такое непростое, наверное, время, как нам, в общем-то, реализовывать свои цели и мечты. И, в принципе, наверное, весь и разговор будет именно о нас. Друзья, я хотела бы узнать, есть ли у нас гости на встрече, то есть те люди, которые впервые с нами онлайн, либо это новенькие наши партнеры, либо это приглашенные, ставьте, пожалуйста, семерочки. Мы вас поприветствуем, познакомимся с вами, и я поделюсь с вами классной темой, классной информацией. Константин, Любовь, еще Любовь, Умида, Елена, Галина. Мы вас приветствуем. Кто есть еще у нас из приглашенных? Ставьте семерочки, не стесняйтесь. Немножко о правилах в конференц-комнате. Верочка, здравствуйте. Галина. Угу, замечательно. Немножко о правилах, да. По ходу моего общения, моей презентации, да, я попрошу вас оставлять все свои вопросы на потом. Лилия, мы вас тоже приветствуем. Рада знакомству. Меня зовут Наташа. Оставить вопросы все на потом, чтобы нам с вами комфортно прообщаться. Я очень попрошу вас, если возможно, отвечайте, пожалуйста, на те вопросы, которые я буду задавать. Это необходимо для того, чтобы было для вас комфортно, позитивно, приятно и полезно получить данную информацию в данной конференц-комнате. То есть, друзья, мы сейчас находимся в век информации, и вы сюда пришли для того, чтобы взять информацию. Что вы будете с ней делать, это уже ваше личное дело, как говорится, да? Я думаю, что мы с вами договорились. Если договорились, пустите пятерочки, если меня все поняли. То есть вопросы на потом, общаемся в режиме диалога, пускаем свои пятерочки. Угу, вижу ваши пятерки, благодарю. Замечательно. Очень рада, когда люди, ну, в общем-то, не спят в чате, да? Отлично, здорово. Умно-бедным скептикам и троллям красный крестик в правом верхнем углу. Не теряем свое время, мы здесь, в общем-то, никому ничего не доказываем, скажем так, да. Мы работаем с информацией, мы в информационном бизнесе, и мы люди современные, поэтому какие-то негативы, да, какие-то свои личные ссылки, ну, это, естественно, все запрещается в вебинарной комнате. Я думаю, что вы меня понимаете. Итак, давайте переходить к делу. Мы с вами сейчас находимся не просто где-то в офисе, то есть мы не поехали в какой-то другой город, мы с вами зашли по ссылочке в вебинарную комнату. Это мега удобно, это экономия времени, экономия, ну, сил, наверное, даже и денег где-то, для того, чтобы узнать что-то новое. Почему мы с вами это делаем? Да, почему у нас люди ходят по вебинарам? Да потому что шаблон, по которому живет большинство людей, шаблон государства, нас не устраивает. То есть нас не устраивает та ситуация, на которой мы остаемся в конце жизни, спенс и я, то есть жить на пенсию. Большинство, в общем-то, могут посмотреть вокруг и сделать анализ того, как живут наши пенсионеры. Я не говорю там про какие-то европейские, да, развитые страны, я говорю именно про то, как живут пенсионеры в России, там, в Белоруссии, в Украине. Я думаю, что вы со мной согласитесь. И происходит так, что люди работают вроде бы как всю жизнь, да, на одной, на двух, на трех работах, а кроме как средств к существованию особо ничего не наработано. То есть не создано чего-то остаточного, какого-то остаточного дохода. В общем-то, элементарно не увиден мир, да, хотя человек понимает, что жизнь проходит, и живем-то мы, ну, не 500 лет. Поэтому, друзья, я благодарна, что я общаюсь именно с вами, потому что вы люди, которые отошли от диванчика, да, от телевизора, зомбоящика, как мы его называем,
Вы люди, которые хотят поменять, наверное, ту ситуацию, которая у вас сейчас есть. Потому что если бы вам было комфортно в плане финансов, если бы у вас все было, как говорится, хорошо, тогда, наверное, вас здесь бы не было. Поэтому для этого мы и приходим, да, в интернет. Интернет манит, интернет – это скорости, это бизнесы, да, со скоростью мысли. И это современность, безграничные просторы, огромное количество людей, соответственно, деньги, которые здесь ходят, да, денежные потоки, они ходят с очень, ну, такой нормальной скоростью, да, то есть те, кто реально уже погрузился в интернет, они понимают, о чем я говорю. Люди выбирают интернет почему? Еще к тому же, да, помимо того, что это скорости, люди выбирают для себя это как даже основной вид деятельности, потому что возраст их не важен, пол, в принципе, тоже, образование можно и без образования, да и проживать можно где угодно, лишь бы ловилась сеть. То есть людям очень комфортно зарабатывать из дома, они могут в любой момент, ну, где-то обнять близких, да, позаниматься тем, чем им, ну, хочется, а не выслушивать порой неадекватного начальника. То есть те, кто либо уже освободился от наемного труда, от рабства, либо те, кто хочет это сделать, обращают максимальное внимание на интернет. Но очень часто людям почему-то кажется, что в интернете, ну там, $100, $200 заработать в месяц, это уже огромное большое счастье, да, больше не сделать. Дело в том, что в зависимости от того, куда мы попадаем изначально, да, изначально у нас различные дорожки, различные пути, но в итоге, набивая шишки, нарабатывая, покупая, наверное, где-то даже опыт, люди понимают, что в интернете можно и нужно зарабатывать очень приличные деньги. Как мы говорим всегда, ну, для чего тогда, в общем-то, брать интернет? Можно было бы работать в наемочке с 8 до 6, да, зарабатывать там 30, 40, ну, 50 тысяч рублей в месяц. В принципе, зачем тогда интернет? Но если мы с вами скалькулируем, то мы получим следующее, что вот этих денег хватает чисто на закрыть кредиты, погасить какие-то расходы, коммунальные услуги, отложить ничего не получается. И если человек с целями, если у человека есть какие-то, ну, нормальные финансово значимые цели, да, которые требуют нормальных финансов, тогда он ищет варианты. Попадает изначально в хайпы, то есть, ну, как бы, вроде бы, как думает, что его денежки должны волшебным образом вырасти, попадает в какие-то проекты, однодневки, которые очень профессионально раскручиваются профессиональными рифоводами, админами, и происходит следующее. Не то чтобы деньги заработаны, потеря происходит и денег, и доверия людей, которых мы туда зовем, ну, потому что вроде бы как все нормально, хорошая тема, нам же хочется поделиться, да, человек таков, что он нормальный человек, да, он хочет делиться хорошим. Происходит потеря надежд и времени. То есть итог все равно один и тот же, денег нет, плюс ко всему масса еще каких-то кредитов, которые люди берут для того, чтобы занести деньги в какой-то очередной проект или хайп. Так вот, друзья, очень многие из здесь присутствующих, да, уже сделали свои выводы, что если, ну, нет как бы идей, знаний, там, связей каких-то, денег, да, для того, чтобы открыть свой какой-то проект, необходимо подключаться к активной команде, необходимо зарабатывать с командой. Вот мы сейчас с вами будем об этом именно и говорить. Я очень надеюсь, что те, кто у нас присутствует впервые, ну, уже все-таки сделали какие-то свои выводы, потому что в интернете необходимо ориентироваться, скажем так, плавать, да, и анализировать все то, что вы делали в интернет. Мне хотелось бы узнать, в принципе, вот изначально, да, такой вопрос задать. Кто знаком с понятием MLM-компания? То есть сетевой маркетинг, может быть, у вас был опыт, да, поставьте, пожалуйста, девяточки, если вы сотрудничали с MLM-компанией, если вам знакома эта тема. Девяточки ставьте, пожалуйста, Константин, Елена, Любовь, Игорь, Умида, Галина. Ну, в принципе, все, да, вот те, кто у нас из новеньких, это точно, ну и партнеры, я смотрю, тоже ставят. То есть мы понимаем, что сейчас век сетевой экономики.
Мы понимаем, что сейчас уже как-то, ну, более нормально стали относиться к понятию MLM-компании, по крайней мере, в России. Да, в мире это уже около 80 лет гуляет все это дело и выпустило очень большое количество миллионеров данная индустрия. И, слава богу, у нас люди, ну, начали понимать адекватно, да, что без каких-либо рисков, без каких-либо больших вложений можно выходить на серьезные деньги. Благодаря ответственности, трудолюбию, ну и, в общем-то, личностным качествам каким-то. Так вот, друзья, MLM-компаний сейчас очень много. Косметика, wellness, ну, я не знаю, там, IT какие-то технологии, новые какие-то нанотехнологии. Всего этого очень много. И, в принципе, идет такая жесткая конкуренция на MLM-рынке, на рынке MLM-компаний. И в любом случае они все вливаются в интернет. Так вот, друзья, та компания, о которой мы сейчас будем плотно разговаривать, это компания, которую, ну, с благодарностью, с гордостью я представляю, это Constellation Luck Corporation. Вот данная компания, она работает исключительно в интернет. Она позволяет людям максимально комфортно, без необходимости открывать какие-то дополнительные помещения, офисы, там, ИП и все прочее. Вот без этих всех, скажем так, заморочек зарабатывать серьезные деньги. То есть я вам представляю легальную платформу, как мы говорим, станок, да, легальный станок для печатания денег. И данная компания, она действительно является компанией нового формата. Она достаточно молода, то есть нам год и 9 месяцев. Официально мы работаем с 3 июля как корпорация. Изначально мы были просто проектом. То есть мы молоды, мы красивы, у нас космическая тематика, и у нас высокодоходный план-маркетинг за, скажем так, продвижение данной платформы. Мы сейчас с вами будем разбираться, что же еще интересного есть на платформе, помимо того, что высокодоходный маркетинг. То есть, ну, мы сами понимаем, да, с вами, что по Марксу деньги – это самый ликвидный продукт, да, но помимо денег должно быть еще что-то интересное в компании, и мы сейчас будем это смотреть. Создали ее лидеры MLM-индустрии, то есть, в принципе, такие же люди, как мы с вами – только которым уже надоело, в общем-то, заниматься бизнесом на проектах, которые, ну, в один прекрасный момент берут и закрываются, либо не выводят людям деньги. То есть где-то вот какие-то происходят обманы и, ну, непорядочные отношения с партнерами. И они решили сделать свое. То есть объединились 10 лидеров, это члены совета директоров, и создали свою тему, свой бизнес, изначально для себя и для своих команд. Сейчас, конечно же, мы являемся также их командами. То есть сделали тему, сделали бизнес, программу, да, и отдали ее людям. Отдали людям и сказали, работайте на себя, зарабатывайте 100%. И сами же они зарабатывают так же, как все наши партнеры. То есть это одна из частей, да, нового формата бизнеса. То есть нет какого-то такого человека, бизнесмена, организатора, который делает бизнес с целью вот, ну, максимального, скажем так, остатка денег, да, которые вливаются в компанию, чтобы это осталось у него по большей части. То есть все деньги, которые заходят в нашу корпорацию, в нашу компанию, они все перераспределяются по партнерам на доходы. На доходы. Давайте разбираться, что мы как бы продвигаем, да, что помимо, в общем-то, денег есть. Но прежде чем я перейду, мы все с вами любим надежность, стабильность, законность. Компания наша зарегистрирована, мы работаем на международных основаниях, на международной платформе, то есть вы можете посмотреть, флажочки разные с правой стороны, то есть у нас международный формат. И регистрацию мы сделали там, где достаточно лояльное и подходящее налогообложение. Это на Сейшельских островах. Данная регистрация на позволяет оплачивать налог раз в год, и за счет того, что компания прибыли не имеет, то есть я еще раз вам озвучиваю, все деньги распределяются на доходы, на бонусы партнерам. За счет того, что компания не имеет прибыли, данное налогообложение, оно оптимально, то есть оно объяснимо именно для нас. На минуточку, для тех, кого смущает данное слово, я вам могу сказать и привести очень много примеров серьезных компаний, которые работают больше 7 лет на рынке, и те, которые зарегистрированы в офшорной зоне. И все очень замечательно, люди умеют считать деньги, и, в общем-то, так и должно быть.
А теперь непосредственно, какие еще есть ценности, помимо денежного, высокодоходного маркетинга. У нас есть набор услуг, который предоставляет корпорация. То есть мы, по сути, продвигаем бизнес-кейс. То есть это такой кейс, в котором, ну, есть различные наполнения. Что человек будет использовать из этого кейса? Это его личные, скажем так, желания, да, и что он хочет, то он использует. Наш кейс, он не нуждается в том, чтобы его передавали из рук в руки, чтобы его куда-то носили, да, в руках. Он передается мышкой, то есть три ссылочки для регистрации. Наш кейс, его нет необходимости покупать постоянно, он покупается, приобретается один раз, как общий бизнес с компанией. Мы не создаем, не открываем никаких складов, то есть мы не зависим от роста цен, то есть от экономики, да. Причем, знаете, я хочу вам сказать следующее, вот в данный период, период кризиса, да, в период, когда потребительская способность населения упала на 50%, что, кстати, отобразилось и на бизнесе MLM-компаний, и многие из них, в общем-то, закрылись, моя компания в том числе, с которой я сотрудничала. И вот что касается этого, то вот данное время, оно наоборот самое оптимальное для того, для такого бизнеса, самое такое актуальное время. И если вы правильно сейчас поймете, да, то, что я вам преподношу, если вы разберетесь с той информацией, которую я даю, вы поймете, что на вас вышло нечто колоссальное, и, ну, вот, как говорят наши партнеры, да, щенячий восторг вызывает данный бизнес. Бизнес-кейс не имеет сроков годности, его не нужно складировать, не вызывает аллергии. Когда человек подключается к корпорации, у него в кейсе есть разные-разные составляющие. Это обучение, закрытое для партнеров. То есть наши закрытые школы, которые ведутся для любого уровня человека. То есть мы же все разные. Кто-то имеет опыт интернет-предпринимателя, кто-то не имеет. Кто-то строил команды, работал в сетевой индустрии, кто-то не строил. То есть школы, они по различным спецификам. У нас есть библиотека у каждого партнера. В библиотеке различные курсы, софты, программы, там, вплоть до английского языка, да, какие-то рассыльщики. То есть все то, что приобреталось за деньги нашими лидерами. То есть они выставили это все сейчас для нас даром. То есть библиотека стоит 10 тысяч долларов. Это все покупалось за деньги, и она варьируется, меняется, и, соответственно, мы даже, скажем так, вместе ее и наполняем. Что еще есть у каждого партнера? Есть у каждого партнера интернет-магазин под ключ. То есть если человек говорит, мне интересно поработать с серебром, то есть я хочу продвигать серебро авторской работы, тогда он будет дополнительно еще плюсом к бизнесу, он будет получать партнерское вознаграждение по интернет-магазину. Друзья, у нас шикарные промо-ролики, то есть все это можно посмотреть, и партнерочка там двухуровневая, то есть создается товарооборот, и вам выплачивается процент за товарооборот. Вот там процент, друзья, в магазине, а вот за продвижение всего кейса, всего бизнеса вы получаете 100%. То есть вы фактически, ну, скажем так, все же, наверное, в книжном магазине покупали книжки. Скажите мне, пожалуйста, пустите, пожалуйста, четверочки в чат, те люди, которые понимают, что такое электронная книга. Вот пустите четверочки, если вы понимаете, что есть такое понятие, как электронная книга. То есть, по сути, мы же ее не можем взять в руки, да, то есть она в интернет. Благодарю вас за ответы, она в интернет. Так вот, представьте, что вы как бы вот купили там многотомник, да, шикарный многотомник с классной начинкой, то есть с графами, да, там с разделами шикарными, да, с обложечкой. Вот вы его купили, этот многотомник, и вы его изучая, вы его предлагаете людям. Когда вы предлагаете его людям, вам идет 100% цены вот за этот многотомник. То есть к чему я хочу сказать? К тому, что у нас продукт, он, ну, как бы в руки-то его не взять, там, ну, помимо серебра, если говорить. Но это современность, да, это современное мышление человека и развитие в интернет. Поэтому, когда идут такие, ну, скажем, вопросы, да, замечания, что продукт – это только то, что можно намазать, скушать там или одеть, ну, позвольте не согласиться. Потому что все мы с вами сейчас в интернет.
И все мы с вами оплачиваем интернет. То есть мы оплачиваем услугу, причем каждый месяц. Друзья, вот здесь вы будете один раз, оплатив весь бизнес-кейс, пользоваться им сколько угодно много, потому что корпорация пришла не на один год, и не на два, и не на три. А данный бизнес, он сейчас вот уже отшлифован, то есть его шлифовали, и автоматизацию нашего маркетинга, и, в общем-то, составляющие бизнес-кейса, которые будут еще дополняться. То есть все делается так, чтобы людям было здесь классно, потому что корпорация – это мы. И мы работаем 100% на себя. Когда мы продвигаем бизнес-кейс, мы зарабатываем 100% за цену бизнес-кейса. Я вам сейчас объясню, сколько он может стоить, да, этот бизнес-кейс, потому что, когда я об этом узнала и о том, что предлагается, да, еще вот в самом кейсе, у меня, конечно, вызвало улыбку, и я, естественно, знаете, вот ни денечка не думая, да, тут же подключилась и, ну, просто обалдела, потому что одни какие-то вот сплошные плюсы. Сплошные плюсы и продуманный, мудрый бизнес. То есть мы объединяемся для финансового благополучия и процветания. 99% денег в сети. Ни одна MLM-компания этим похвастаться не может. В связи, опять же, там, с производством продукта, с чем-то еще, и помимо того, что ну, бизнесмены, которые это организовывают, ну, по меньшей мере 50% от денежного оборота имеют лично. Имеют лично. А здесь же деньги в сетях, 1% остается на техническое обслуживание нашей темы, потому что есть сайт, есть программисты, вы же сами понимаете, да, необходимость заплатить налог. И уже, как говорится, больше некуда, больше уже не отдать. И когда, ну, мне говорят, ну, конечно, компания MLM с продуктом, она же не может столько денег отдать в сеть. Простите, а какие, в общем-то, почему меня это должно волновать? Я пришла в сетевой маркетинг, чтобы, строя команды, давая рекомендацию, зарабатывать деньги. Я не знаю, для чего другие люди приходят в MLM-компании. Хвалиться тем, что классный продукт, тогда зачем вы рекрутируете? Если вы рекрутируете, значит, вы хотите денег. Значит, нужно смотреть на доходность маркетинга. На доходность. И, конечно же, ну, как бы, чтобы все-таки были еще какие-то ценности, да, помимо доходности маркетинга. О ценностях мы поговорили. А теперь поговорим о механизме, который является уникальным, которому нет аналогов в интернет, о механизме, благодаря которому ценность человека часа, да, то есть сколько вы стоите в час, будет ускоряться для вас с каждым днем, будет все выше и выше. То есть это тот бизнес, который человек сам строит, да, когда ему иметь деньги, он сам это все дело регулирует, варьирует, наверное. Помимо личной активности, личных телодвижений, он зарабатывает колоссальные деньги благодаря тому, что поработал какое-то время с командами, да, и получает уже пассивный доход. Вот именно в данном бизнесе можно рассчитывать на пассивный доход. Я не могу сказать это с уверенностью по поводу продуктовых MLM-компаний. Еще раз повторюсь, огромная конкуренция на продуктовом рынке. Все пытаются друг друга перещеголять, однако потребительская способность населения, она упала, и это факт. Давайте теперь смотреть, что же мы будем зарабатывать за продвижение кейса, за продвижение бизнеса, за подключение партнеров в команду. То есть как хотите, так и называйте. Сути не меняет. У нас в компании есть 14 источников дохода. Вот это вот потрясающая штучка, вот которая у вас, да, здесь такой вот интересный механизм, это наши источники дохода. Вот это основная программа, это тоже основная. Вот эти вот маленькие, это вспомогательные программки. Вот есть еще дополнительные программы. Все это как бы отдельные источники дохода, они, ну, как бы самостоятельны. Но вот они все друг к другу, скажем так, прикреплены. Вот этот вот механизм как бы шестеренок, они друг другом сцеплены и продуманы максимально. Продуманы таким образом, чтобы человеку было комфортно двигаться все более крупным суммам. Еще раз повторюсь, это настоящий бизнес. А бизнес предполагает слово «увеличение дохода». Если вы правильно подойдете к этому делу, если вы подойдете серьезно, значит, ваш доход будет увеличиваться с каждым часом. Потому что мы не зависим от какого-то админа, у нас его просто нет.
Мы не зависим от того, чтобы нам отдали или не отдали деньги. Компания все это время абсолютно выполняет все свои обещания, договоренности с партнерами. И нам благодарны уже очень многие партнеры. Хотя вот этот вот механизм введен, механизм автоматизации введен только вот после Нового года. То есть мы с вами сейчас, друзья, находимся в тот момент, когда вот самое время, понимаете, мы еще молоды, у нас еще не такое большое количество партнеров, и в то же время мы уверенно стоим на ногах, бизнес уже как бы отшлифован, да, но, конечно же, будет привноситься какие-то необходимые нужные моменты и в команды, и в саму корпорацию. То есть полная автоматизация. 14 источников дохода плюс магазин. Не забываем, да, у нас 100% реферальных денег. К примеру, вот электронная та же самая книга, да, в интернет. Если вы подключились там, ну, я не знаю, к магазину, который продвигает эти книжки за деньги, то есть мы же не все можем в свободном доступе, да, приобрести. Если вы подключаетесь к какому-то инфобизнесмену, вот продвигая эту электронную книгу, вам будут платить процент 10-20%. Мы же, получается, продвигая свой вот этот многотомник бизнеса, мы получаем 100% денежек. Я еще раз повторюсь, потому что это очень важно. Это говорит о том, что мы с вами не работаем на дядю, на президента, на админа, мы на себя работаем. И это очень приятно. 99% денег в сети. Один пришел, получили несколько. Это говорит о следующем. Если вы имеете уже опыт взаимодействия с какими-то проектами в интернет, так вот, у нас такие программы, которые не требуют ожидания, чтобы их закрыли, то есть чтобы они закрылись, как это происходит в матрицах, в площадках. У нас люди, двигаясь к серьезным суммам, получают промежуточные деньги, 100% реферально. Промежуточные, то есть здесь продумано все даже с точки зрения психологии человека. Человеку нужно, чтобы он побыстрее увидел деньги на руках. Не тогда, когда войдет 60 человек под него, и только он один получит деньги, а так, чтобы это было максимально быстро. И в то же время, чтобы строились более серьезные доходы. Вот это уникальность и просто потрясающий момент нашего бизнеса. Маркетинг у нас настолько безграничный, что вам будет выгодно и важно работа всей вашей глубины команды и всей вашей ширины команды. Никаких гонок по вертикали, никаких, знаете, подтягиваний товарооборота для того, чтобы не слететь с определенного процента. То есть все происходит в автоматизированном режиме, в принципе, тогда, когда человек вот берет один и просто кликает кнопочку «Сактивировать какую-то из программ». То есть мы, подключаясь к этой платформе, активируем программу, любую. Я вам покажу, какие можно, какие сейчас, да, наши партнеры активируют, как бы рекомендации, да. И вот в тот же самый момент происходит перераспределение денег по кошелькам. В ту же самую минуту. Нет какого-то одного ресурса, куда идут деньги, а потом они, знаете, вот их необходимо выплатить. Как правило, админы уже на Канарах, когда необходимо выплатить деньги. Так вот, в нашем случае у нас вот эти 14 источников дохода, это как бы классы. И человек, подключаясь к бизнесу, получает, сактивировав какой-то из классов, получает полностью бизнес-кейс. Вот мы сейчас с вами посмотрим на такой очень приятный класс, который вот такой маленький, вроде бы как незрачный, да, вспомогательная программа «Эконом», в которой ведется вся работа. Вот здесь деньги промежуточные. Люди берут еще программу дополнительную «Спутник». Я вам скажу чуть позже, почему еще ее берут. Вот во всех вот этих программах будет работать автомат, не вы. Там будет работать автомат. И будет вам делать более крупные суммы, потому что в программе «Эконом», ну, это не такие большие денежки, это, так скажем, на жизнь, да. Ну, хотя вот эти все деньги по $25, их можно делать несколько раз в день, сколько угодно раз в день. Вы не ограничены в этом. Вам никто не говорит, что вы можете получать выплаты там один раз в день, два раза в день, да хоть 150 раз в день. Как это будет происходить? Я показываю. Следите внимательно. Вы видите здесь три вот таких вот, ну, человечка, да, с долларом. О чем это говорит? О том, что мы каждый
берем себе три параллельно работающих кабинета, три аккаунта. Да, извиняюсь за такие художества. Три параллельно работающих кабинета. Вот мы регистрируемся, у нас простая регистрация, регистрируем себе три аккаунта, три кабинета. Мы отображаемся в первом, во втором и в третьем. То есть я один, я два и я три. Мы заводим по $25 в этот кабинет и активируем золотой утроитель, то есть класс эконом. В ту же самую минутку вас заводят в рабочие чаты, у вас в доступе закрытые школы, библиотека и, в общем-то, все то, что есть в бизнес-кейсе. Вот если вы сделали это во всех трех кабинетах, замечательно, если позволяют финансы, значит, это отлично. А если вы еще и сактивировали за $10 спутник, это еще лучше. Потому что спутники очень хорошая командная поддержка именно партнерами. Именно партнерами. В золотом утроителе вы уже активны, и вы приглашаете вот на такие встречи людей, которым нужны деньги еще вчера, у которых есть цели. Вы приглашаете одним простым предложением, двумя предложениями. В интернете есть компания, которая работает почти 2 года. В ней классные деньги и подарки. Работает порядочно, открыто и на легальных основаниях. Интересно, да, берем ссылочку и заходим в данную комнату. Либо выводим на спонсора, да, то есть наши новенькие, они вообще, в принципе, не рассказывают по бизнесу ничего. Они выводят на систему, то есть у вас будет система, которая за вас будет говорить, показывать и рассказывать. В данном случае это я. Зовут систему в данном случае Наталья Жукова. Вот когда человек послушал информацию, он говорит, мне интересно. То есть я хочу тоже с вами, и я подключаюсь. Вы даете 3 ссылочки. Он также открывает себе 3 параллельно работающих кабинета, зеркальных кабинета, как мы их называем. Он также у вас отображается в первом кабинете, во втором и в третьем, ваш друг Вася. И активирует у себя в кабинете золотой утроитель. Вот он же заплатил $25. Вот эти $25, они пришли к вам, в ваш накопительный кошелек. Не 20, не 15, а все 25. Вы пригласили второго партнера. Его 25 тоже к вам в накопительный баланс. Во всех трех кабинетах, если он сразу оплачивает 3 эконома. Вот эти $50, вы знаете, они делают колоссальную вещь. Вот они запускают следующий класс, бизнес-класс, который запускает все остальное там, где работает автомат. То есть фактически вот эту вот машинку по печатанию денег легальную запускает вот эти вот $50. Вы можете сактивировать сразу бизнес-класс, завести $50 и сразу запустить. У нас стратегии такие есть в командах. Тогда уже первые 2 партнера вам дадут деньги на вывод. Тут же, мгновенно. 2 секундочки, Perfect Money, Advanced Cash или Nix Money. Пока 3 платежные системы. То есть я думаю, что вот это понятно, куда уходят $50, да, куда уходят мои $50. Друзья, если понятно, ставим, пожалуйста, 3 в чат. 3 ставим в чат. То есть первые вот эти вот 2 раза по 25, они сактивировали бизнес-класс. Я вас благодарю. Благодарю, вижу ваши 3. Они сактивируют бизнес-класс. Хотите, заводите полтинничек и активируйте его сразу сами, если есть финансовая возможность. То есть о чем я говорю? Наш бизнес, он на любой кошелек. Он настолько гибкий и лояльный, что вы будете сами выбирать, с каких сумм вы будете заходить. Если вы хотите сразу все эти источники дохода открыть, пожалуйста, там где-то в районе $9000 в одном кабинете. Открыли сразу, и сразу по этим программам вы уже получаете на вывод денежку. Потому что механизм таков, что какие-то программки сначала начальной суммы активируют следующую, а потом уже начинают отдавать денежки на кошелек. Я вам сейчас покажу на следующем слайде. Но я хочу, чтобы вы поняли работу вот этого золотого утроителя. Ваш третий человек, его $25, они как бы вот сюда вот легли, да, скажем так, перезапустили вас. Это автореинвест, и происходит он тогда, когда нужно. Не тогда, когда, знаете, вот вам сказали, да, давай заноси $25 и активируй там раз в месяц, там раз в неделю. Тогда, когда нужно, он сам активируется. А когда нужно? А когда 25 попадают на третью ячейку золотого утроителя.
и так относятся ко всем партнерам. У нас для всех одинаковые условия абсолютно. Вы перезапустились. Для чего вам это нужно? А чтобы потом получать по $25 два раза на вывод и один раз для реинвеста. То есть бизнес-класс запущен, ваша трешечка повторяет вас, она привела три партнера к себе в команду, тоже у них запустился бизнес-класс, тоже реинвест произошел, но реинвест-то куда-то ушел, вот эти $25, они не улетели в никуда, там, в компанию, да, они пришли к вам. Если вы только перезапустились, значит, у вас свободное первое место. Значит, на первое место – это вывод. $25 вы выводите. Вы тем временем пригласили четвертого человека, то есть вы пришли зарабатывать деньги, вы не сидите, ждете, когда кейс, да, ваши начнут продвигать. Вы пригласили четвертого человечка. Вы все в кабинетах видите, в какой ситуации у вас золотой утроитель. Все у нас там видно. Покликайте по кнопкам, да, вот я обращаюсь к новеньким нашим партнерам. Кликните, увидите там станции. То есть у нас космос. И увидите там пустое место, например, второе, да, тогда четвертый ваш человек даст вам тоже $25 на вывод. Когда ваш второй человек повторил ваши действия, у него также запустился бизнес-класс, то есть он тоже к вам придет, как и первый, в эту программу, а это деньги приходят. Три человека получают сразу деньги, когда кто-то активируется в бизнес-классе. И со своим реинвестом, то есть вот эти 25, третьи ячейки, его 25, да, вот партнера, которого он подключил, они придут к вам на третью ячеечку. Третья ячейка – это автореинвест. То есть эти 25 уйдут верхнему спонсору. Если у него свободные две первые ячейки, он выведет. Если третья, значит, он реинвестируется и еще выше уйдет 25. А у меня ситуация была в команде, что прям ну, с пяти уровней вот несколько этих реинвестов происходило. Очень интересно. Одной 25-кой. Несколько человек перезапустили свои золотые утроители. И нам не нужно кликать каких-то кнопок. Нам не нужно ничего подтверждать, друзья. Все настолько на классном автоматизированном уровне, настолько удобно и комфортно мы все вот это делаем, да, свое дело, что ну, те, кто разобрался, уже понимают, что это такое. То есть, если такова будет ситуация во всех трех кабинетах, соответственно, утроитель будет давать уже не 25, а $75. Три утроителя. Вы ставите просто в каждом кабинете один и тот же кошелек. А можете другой поставить ресурс, неважно, это ваш ресурс, это ваш кошелек. Как только деньги у вас на кошельке на вывод, то есть два кошелька накопительные и на вывод, как только деньги на кошельке на вывод, вы их выводите за 2 секунды инстантом, в любое время суток. Давайте смотреть, что произошло с $50, да, вот с бизнес-классом. Как дальше будут зарабатываться деньги? Я не буду вам сильно подробно это рассказывать, потому что самое главное понять, что вот вся работа идет в экономии. Промежуточные выплаты вот здесь. А вот этот полтинничек, он уже делает свое дело. То есть все равно в любом случае люди заходят и понимают, что если есть квалификация, значит, выполняя квалификацию, человек под собой формирует денежный оборот. Точно так же, как его люди, выполняя квалификацию, формируют общий денежный оборот для вас, как лидера команды, да, и для себя. И, конечно же, все вот так вот вылетают вот в эти классы. Сначала в класс бизнес, да, вот сюда прилетают. И происходит запуск программы «Зодиак», когда $50 вот здесь вот с уровней накопилось. «Зодиак» запустился, запускается элит-бизнес за $250, вы уже вот здесь. И уже как только, вот, например, на третью линию прилетает партнер, $30 вы получаете плюсом к 25-кам на вывод. Элит-бизнес, приняв вот сюда два ваших же партнера, вот которые с вами начали вот здесь работу, если они не спят, конечно, если они не побежали в очередной хайп, вот элит-бизнес принял двух партнеров, он вам запустит премиум. Посмотрите, какая здесь доходность. Это один только кабинет, друзья. Умножайте на 3. Премиум запустился. Дальше по $250 будут на кошелек на вывод приходить. Параллельно тому, как приходят вот сюда, отсюда деньги, да, вот отсюда деньги, то есть подключаются более крупные суммы. Не перекрываются вот эти программы, просто добавляется программа с более крупными суммами.
У нас везде бесконечность, все эти программки, они перезапускаются, реинвестируются. Премиум-класс запускает за $2500 вам элит-премиум. Дальше, как только партнер вылетает, ну, к примеру, на второй уровень, это $100 на вывод. На третий уровень это $345 на вывод. Я обращаю самое пристальное внимание. Не нужно ждать, когда закроется уровень или закроется вот эта программа вся. Как только вылетает партнер, деньги на вывод. Плюсом деньгам, которые формируются в элит-бизнесе, в бизнесе и в экономике. Элит-премиум запускает VIP. Вот здесь вот будут два партнера. Запускается программа VIP. И как только вот сюда вылетает партнер, ничего дальше скапливаться в этой программе не будет, а сразу будет выводиться $500 на кошелек. На втором уровне $1000 на кошелек. А на третьем уровне $3495 на кошелек. При всем при этом элит-премиум начинает давать по $2500 на кошелек. А вот эти программы, они продолжают вам выдавать деньги. Если кому-то кажется, что я здесь занимаюсь какими-то сказками, поверьте, мне не до этого. У меня нормальные цели на жизнь. И, в общем-то, рассказывать здесь какие-то сказки и, скажем так, заниматься какой-то ерундой, у меня нет времени, ребят. То, что я сейчас вам показываю, я сама проверила у себя по командам в практике. У меня был некие, скажем так, непонятки какие-то, скепсис, да, наверное, когда я заходила в этот бизнес. А все, что заявляется, все так и выполняется. Другой вопрос, будете ли вы это делать? Будете ли вы строиться, приглашать команды? Есть, ну, возможно, у вас есть какие-то другие варианты сделать вот такие классные деньги? Как говорится, не вопрос. А есть ли у вас какие-то альтернативы? Может быть, у кого-то там есть акции «Газпрома», а у кого-то нефтяная скважина на огороде. Вот если есть, то, ну, в принципе, как говорится, пожелаем удачи. А если нет, значит, рассмотрите внимательно данное предложение. Очень внимательно. Оно продумано и с точки зрения математики, и с точки зрения психологии человека. Настолько, что те, кто активно работают, все это видят. Вот по этой программе я сегодня проводила в 3 часа встречу. И каждый день спикеры проводят встречу в данной вебинарной комнате. Это дополнительная программа «Спутник». Как я вам говорила, частенько ее берут сразу, активируют сразу. Почему? Да потому что строится она с максимальной командной поддержкой, именно партнерами. Не просто информационная поддержка, а даже партнерами. То есть здесь хорошие переливы от команд, потому что построение идет бинарным принципом. То есть два человечка встают только на первый уровень. А у нас условия – это 3 партнера за собой. И вот они также будут зеркалиться, да, эти партнеры, во втором, в третьем кабинете. 3 аккаунта и 3 партнера за собой. И для вас будут и подарки, и деньги – по этой программе. Посмотрите, вот это деньги, это только по ней. Не говоря о том, что я сейчас вам показывала на том слайде. То есть, если мы хотим, в общем-то, еще плюсом получать вот такие интересные подарки от компании, если мы хотим, чтобы это произошло намного, ну, скажем так, побыстрее, да, значит, мы берем сразу спутник. $10 в кабинете, 35 – это спутник и эконом, $105, в принципе, очень многие сейчас заходят именно так. Даже есть те, кто еще и бизнес сразу открывает. То есть, если человек настроился на серьезное дело, и он понял, как работает автоматизация, и у него есть свободные финансы, значит, он что считает нужным, то и активирует сам, не дожидаясь, когда это сделает сама программа. Зодиак – это также дополнительная программка, и вот эти колесики, скажем, это орбиты. Вот эти человечки, это, ну, у нас в кабинетах это звездочки, которые дают на бронзовой орбите 12 раз по $20, на серебряной 12 раз по $100, на золотой 12 раз по $1000, на платиновой по 10 тысяч, на бриллиантовой по 100 тысяч. И посмотрите, вот здесь красными, да, вот проведено, то есть одна орбита, она запускает другую. С программы «Бизнес» один раз $50 запускает саму программу «Зодиак». И дальше уже все заложено в маркетинге так, что орбита одна запускает другую и перезапускается. То есть везде сплошная бесконечность. Очень здорово и круто. Такого, ну, как бы, я не знаю, где такое можно найти, даже если маркетинг-планы показывают там, ну, бесконечность, как правило, ее не бывает, не выплачивают нигде бесконечно.
не выплачивают. Начинается либо куда-то в фонд идут деньги, вот как бы я работала когда, да, там с определенного уровня, там в фонд деньги идут. Ни один админ не будет выплачивать бесконечно. У нас нет админов, у нас лидеры делали, скажем так, такой механизм, который уже изначально он самый лучший. Почему? Потому что они знают, что такое маркетинг. Они имеют опыт, они являются самыми лучшими маркетологами, потому что у них есть практика. Есть быстрый старт. Если вы будете действовать в режиме таких скоростей, и ваши люди будут действовать в режиме таких скоростей, значит, именно за такое количество дней вы получите очень интересные деньги. Давайте мы сейчас посмотрим. То есть это быстрый старт, это идеальная модель, но это в то же время возможности нашего маркетинга и нашей системы. Если вы в течение 3 дней пригласили первых своих 3 партнеров, у вас запустился бизнес-класс, вы реинвестировались, на следующие 3 дня ваши люди приглашают своих 3, уже 9 человек. Вы уже получите в экономе $120 на вывод. Это с тем расчетом, что 3 аккаунта по $25, то есть класс эконом. 3 аккаунта по $25, $75 вы потратили на бизнес. На 9-й день те 9 человек также пригласили свою 3-шечку. Вам еще 150, у вас уже в бизнес-классе запустился зодиак, у вас уже запустился элит-бизнес. Ваши партнеры уже тоже в бизнесе имеют накопление. И уже ваша первая линия тоже $120 получила в экономе. То есть это 3 кабинета по $40. Здесь на спутник $10 ушло. Да, мы говорим с вами о 75. На 12-й день их партнеры пригласили. Свою 3-шечку. Все приглашают только по 3-шке. Вот здесь такой расчет. $150 вы еще получили с программы эконома. С 3 кабинетов по 50. То есть 2 ячейки по 25. С бизнес-класса вы суммированно по 10, по $30, вы видите 1845 на 3 кабинетах. У вас запустится уже в элит-бизнесе накопление происходит, да, и уже запущена программа премиум-класса. На 15-й день вот эти выведутся деньги, вот эти, то есть смотрите, вот то, что черным шрифтом, это деньги на вывод. То, что вот таким вот слабеньким шрифтом, это для активации следующей программы. Если мы возьмем с вами даже просто 18-й день, даже не 30, $6000 совокупно вы выведете за этот период. То есть вот эти деньги вы выведете за этот период, за 18 дней. При всем при этом, вот эти деньги по $4000 выведет каждый из ваших 3 приглашенных. При всем при этом, на 18-й день, вот прошло 18 дней, каждый из их 3 приглашенных, 9 человек, выведут по $2200. Их люди уже вот эти деньги выведут, каждый. То есть здесь тема, в которой зарабатывают все, а не только лидеры, которым заливаются наверх деньги. Это на 18-й день. Это в режиме, если все четко действуют по схеме. 3 человека за 3 дня. Давайте прикинем, что не за 3 дня, а за неделю. На 6-й неделе, то есть за 1,5 месяца, $6000 у вас, по $4000 у каждого из ваших 3-шек, по 2200 у каждого из 9 человек. И далее. И вот это только начало. Вложив 75, как вы считаете, рентабелен ли этот бизнес? Я не знаю, где еще можно найти такую рентабельность бизнеса. Причем, вот вы знаете, друзья, вот эти деньги, вот эти, они вообще не под вопросом. Потому что работа идет в программе эконом. А там работает автомат. То есть они однозначно создаются, там эти деньги, однозначно. Без всяких «если». Мы не бегаем за партнерами, не просим их сактивировать какой-то очередной класс. То есть это все делает автоматизация. Будете приглашать раз в месяц 3 партнеров, значит, на 6-й месяц так будет. То есть вы сами выбираете тот режим, в котором вы будете работать. Какой для вас самый, как говорится, приемлемый. Поэтому если кто-то считает, что арифметику нужно доказывать,
Ну, я не знаю, забейте в Гугле, наверное, там где-то в Википедии и вообще посмотрите, что такое арифметика. Возьмите калькулятор, остановите запись, я записываю данную встречу, у нас вообще очень много записей. Остановите и посчитайте, сколько вы стоите, ребят. Посчитайте вообще, сколько стоит каждый ваш день. Что он вам дает, насколько он продуктивен для того, чтобы вы реализовали свои цели. У нормального человека, у каждого есть цели в жизни. Они могут быть разные. Хорошее образование для детей, медицинское какое-то обслуживание. То есть совершенно разные цели у каждого. И просто посчитайте, сколько вам нужно лет, чтобы купить, например, квартиру, те, кто живет на съемной квартире. Сколько нужно лет, если вы будете оставаться там и заниматься тем, чем вы сейчас занимаетесь? Еще раз повторюсь, если вы здесь с нами, значит, вас не устраивает финансовая ситуация. Иначе бы вы сидели и, как говорится, кушали пиццу, да, и, в общем-то, ни о чем не думали. Итак, я подытожу. Мы легально работаем. Второй год. Коллективное управление, все решается на коллегиальном уровне и принимаются решения только на благо партнеров. У нас мгновенный вывод денег. За 2 секунды Perfect Money, Advanced Cash или Nix Money в любое время суток. Щедрый, простой и легкий маркетинг. Он изначально может показаться нелегким, он объемный, он многогранный. Но начав работать, вот в программе эконома, да, вы будете видеть, как все это происходит. Вы уже в практике будете разбираться, это все работает. И доступность входа, которую предлагаем мы людям, она говорит о том, что не нужно брать каких-то очередных кредитов, не нужно загонять себя в очередную яму. 90% людей сейчас закредитованы. Нужно использовать, знаете, вот такой момент в жизни, когда вот за 3 копеечки, да, личным участием, личной активностью можно сделать большие деньги. Вот это высший пилотаж, я считаю. А вот там, когда, знаете, миллион, 2 миллиончика нужно на бизнес, и потом еще через год не понимаешь вообще, в плюсе ты, не в плюсе, только в ноль выходишь. Это прошлый век. Сейчас век интернета. Сейчас век IT-технологий. 99% денег в структуре. Антикредитная программа – это копилочка, которую вы можете сактивировать, если вы не уверены в том, что ну, не потратите деньги, которые на кошелек выходят. Все получают одинаково. Не платят здесь за красивые глазки по блату. Здесь автомат работает для всех идентично. Ему, как говорится, по барабану, кто мы такие, да? Одна работа, тройные выплаты, 3 зеркальных кабинета. Это тройной доход с одной и той же командой. Никаких золотых треугольников. Это зеркалка, это другое, разберитесь. Один заходит, получает несколько партнеров. Нет необходимости ждать закрытия бесконечного. Одна работа, множественные источники дохода. Мы с вами посмотрели 14 источников дохода плюс интернет-магазин. Отлаженные стратегии работ в командах, они свои. Накопление роскошной подарки – это спутник. Шикарные функциональные кабинеты, которые созданы именно сетевыми лидерами. То есть они понимают, что должен видеть лидер в своем бизнесе. То есть максимальная статистика, бухгалтерия, все очень прозрачно. Каждого человека в команде вы будете видеть. Независимо, тысячная глубина, двухтысячная глубина. Совершенно каждого. Вы можете встать на каждого партнера и посмотреть, как у него двигается бизнес, на каком он классе, куда он собирается. Технологичный CCL-защищенный сайт, высококвалифицированное обучение партнеров, квалифицированная помощь, поддержка лидеров, совет директоров 20 часов в сутки на связи. Это колоссально. Вы такого нигде не увидите, ни в одной компании. Чтобы была такая связь с организаторами. Для всех доступная. Лидеры совета директоров. Квалифицированная техподдержка на сайте, интернет-магазин под ключ, библиотека с какими-то интересностями и полезностями, да, и сайт-одностраничник каждому партнеру, когда он подключается к корпорации Constellation Luck, плюс инструменты, различные сайты уже внутри команд. То есть узнавайте, связывайтесь с человеком, который позвал вас на эту встречу. Если вы понимаете, что никто вам в интернет денег не насыпет, карман за просто так, за красивые глазки, да, никто это не сделает, ребят, нужно самим создавать денежный оборот.
Пылесосят нас на деньги, да, очень хорошо. Очень красиво, скажем, да, а потом человек просто в шоке думает, куда он загнал $1000 и где она. Берем ссылку пригласителя, регистрируемся, активируемся либо на 25, либо на 75, либо 105, либо 135. Приглашаем 3 партнера. Если вы будете приглашать больше, это ваша личная выгода. Еще раз повторюсь, 100% оплата за многотомник Constellation Luck. Обучайся и действуй одновременно. Снимай деньги и чувствуй себя свободным и счастливым человеком. Потому что деньги – это та частичка чуда, которая позволяет нам быть самим собой. Жить там, где мы хотим, кушать то, что мы хотим, одевать то, что мы хотим, детей учить там, где мы хотим, а не где можно. То есть это та энергия, которой не бывает много. Это тот продукт, самый ликвидный, мастер-класс которому каждый человек может сделать себе сам, в самом лучшем виде. Я закончила. Давайте ваши вопросы, если они у вас остались, если они у вас возникли. Есть ли методика поиска и партнеров, чтобы достойно укладываться на 3 партнера в 3 дня? Вы знаете, Евгений, у всех, скажем так, разные методы, да, потому что все приходят, кто-то уже приходит, он знает, как раскрутки делать. Кто-то, ну вот просто, вы знаете, вживую работает в скайпе. Все зависит от человека, от его настроя и от его опыта. Нет какой-то вот четкой методики. Вы можете пойти к своим соседям и сказать: ребят, классная тема, нужно всего-навсего там, ну, $75, да? Или $100. Мы сейчас с вами быстренько срабатываем, и, в общем-то, на следующий день, что называется, вы уже возвращаете эти свои деньги, да, ну, там, через день. Может быть, вы так пойдете, и вас услышат люди, если вы жили так, что вам доверяют. Поэтому здесь нет какого-то определенного шаблона, и говорить о том, как вот нужно сделать, чтобы так было наверняка. В зависимости от того, кто вы, кем вы являетесь. Поэтому можно поработать так плотно, да, пообщаться с людьми, вот голосом, общаться, давать информацию, выводить на встречи, и там и не 3 можно сделать в 3 дня, и не 3 партнера. Я надеюсь, я ответила на ваш вопрос. Вы подключаетесь к людям, тот человек, который вас позвал на данную встречу, он очень заинтересован в том, чтобы вы развивались, поверьте. Поэтому вам будут предлагаться, да, инструменты, советы, опять же, закрытого материала очень много и для новичков, так, чтобы не было каких-то ошибок. И я просто вам посоветую вот нашим гостям, те, кто все-таки чувствует, да, что нужно с регистрацией схемой входа, сейчас покажу, те, кто чувствует, что, ну да, надо заходить, вроде бы как классная тема, то есть через интуицию. Так, регистрация, схема входа. Наверное, утроитель показать, да? Золотой утроитель, Александр? Не пойму, какой слайдик? Посмотрите, вот этот слайд нужен. Вот, просто-напросто нужно очень быстренько, по-быстрому принимать решение. Если вы быстро решаетесь, да, деньги, они вообще любят темпы, скорости, значит, и к вам будут приходить люди, которые быстро будут принимать решения. Александр, вот этот слайд должна я показать. Золотой утроитель. Схема входа совершенно разная. 25, 25 и 25. Сразу 3 утроителя сактивировать. Либо сначала один, но вам второй, третий нужно будет сактивировать из заработанных денег. Потому что будут люди, которые понимают, что такое подарки, да, вот такие. Нет, до этого, который был, предпоследний. Так, сейчас я посмотрю. Наверное, вот этот. Здесь даже, вы знаете, вот здесь не отображен ни зодиак, ни спутник. Я потом добавлю в эту презентацию просчет еще, потому что здесь будут еще суммы и по спутнику, и по зодиаку. То есть это не все деньги, которые вот здесь отображены. Спасибо, Игорь. Благодарю за вашу поэзию. Благодарю, мне очень приятно. Друзья, есть какие еще вопросы? Александр, этот слайд.
Видите, у нас какие интересные партнеры, творческие, позитивные, приятные, ну, во всех отношениях. Пять шагов, покажи Александру. Пять шагов. Угу. Сейчас, секунду. Вот этот слайдик. Я еще раз повторюсь. Вход может быть 25, может быть 75, а может быть плюсом спутник. Есть 25 и плюс 30 спутник сразу активируют, то есть 55. Есть люди заходят на 105 и также заводят партнеров, сразу делают тройную доходность по кабинетам. Есть ли обучение по поиску партнеров в интернете, как это делать? Есть, конечно. Обязательно. Мы ведем за ручку. Другой вопрос, если люди слышат то, что им говорят. И если они не делают какие-то свои, не изобретают велосипеды, то есть людям дается уже практика. Людям дается практика, есть воронки в командах, то есть, ну, различные есть вещи. Я просто вам посоветую тем гостям, которые решили к нам подключиться, не ломайте изначально свой бизнес. Что я имею в виду? Не нужно сейчас, не будучи в бизнесе, идти искать партнеров. Попробуйте меня услышать. Вас еще нет в бизнесе, вы не с нами. Вот когда вы будете с нами в командах, вот тогда вы вместе с командой будете искать партнеров. Потому что люди совершают изначально ошибки, натыкаются на очень много изначальных там «нет», да, они не понимают, как это все делается. Я просто скажу вам следующее. 90% работы делает система спикера. Вот выводите на презентации, выводите на своего спонсора, который уже активно самостоятельно работает, на верхнего спонсора. У вас в кабинете будет три спонсора, все три оплинии. И вперед, как говорится, создавать самому свое шикарное будущее. Походите на наши встречи. С первого раза может быть все непонятно. Это многогранный бизнес, он нового формата. Мы не привыкли, что мы можем так зарабатывать деньги. Почему я всегда говорю, с чистого листа послушайте. Уберите вот те моменты, которые вы считали, что вот только так зарабатываются деньги. То есть на дядю работая, открывая бизнес там, да, MLM-компании, где мы делаем миллиардные товарообороты, она за это 10% платит. То есть это действительно новый формат, и поэтому в нем ну, нужно разобраться, но сильно не копайтесь, подключайтесь, и вы все в процессе увидите. И для вас с каждой презентации, на которую мы рекомендуем ходить нашим партнерам, все лучше будет складываться пазл одной такой ровной картинкой. То есть вы будете все более понимать, что за механизм на вас вышел. А вышел он на вас, потому что вы достойны этого. Потому что вы достойны серьезных денег и достойны того, чтобы оценивать себя на 100%. Поэтому поблагодарите себя за то, что вы не прошли мимо приглашения на данную встречу. А я же поблагодарю, что вы были приятными слушателями. Я пожелаю всем нашим партнерам активных, адекватных и амбициозных людей в команде. Я пожелаю нашим гостям быстрого принятия решения. Деньги любят скорость. Подключайтесь к команде, будем рады видеть вас и вместе идти к целям каждого. То есть мы, объединившись вместе, идем к целям каждого. Если больше нет вопросов, всем удачи, да, всем удачи, всем успеха. Будь целям жизненным под стать и в планах для себя наметь. Сначала сделать все, чтобы стать, а потом лишь делать, чтобы иметь. Совершенно верно. Могу ли я создать свою презентацию программы и быть ведущим вебинара? Конечно. Очень здорово. Замечательный вопрос, Евгений. Данная компания очень любит лидеров, то есть любит людей с активной жизненной позицией. И мы очень рады, когда у нас возникают новые спикеры, да, потому что мы все разные, все по-разному даем информацию. И все это очень приветствуется. И вообще, вы знаете, я вам, знаете, так скажу по секрету, совет директоров – это не закрытая тема. То есть туда может попасть, в принципе, любой партнер, который о себе заявил, так громко, да, работает на благо общее, не просто команды своей, а именно на благо корпорации, опять же, спикер, да, если реально по рекомендации кого-то из совета директоров. Поэтому здесь все настолько демократия сплошная. Все, друзья, не буду вас больше отвлекать, задерживать. Всем успехов, до новых встреч. Завтра опять же встречи. Приходите, приглашайте своих знакомых и близких. Благодарю, Игорь.
Спасибо всем за отзывы. До свидания, успехов, шикарных чеков и крепких команд. С вами была Наталья, и с вами разговаривало мое сердце. Всего доброго.